А, парни, я хочу рассказать вам страшную историю. О, да-да-да. Да, я хочу послушать. Это была такая же ночь, такая же прям как сейчас. Ага. Там был Филин. Ага. И человек в хоккейной маске, который был психом. Ага. Так. И потом, когда наступил полдень... Ох, черт, может, ты имел в виду полночь? Произошло то, чего никто не ожидал! И что произошло? Что произошло? Вот это! Ну, норм, ништяк, хорошая история. Это точно! Он никогда не рассказывал мне, что с ним происходит в полдень. О, нет. Я думал, что один из них где-то там. Ну что, тут кто-то хочет снять материал для своего видео? Да, пожалуйста. Ты найдешь нас снаружи, мы арбузы. Тут есть камин. Хотите посидеть со мной у камина? Я клянусь, тут безопасно. Ау, ну ладно. Можешь нас впустить? Сначала вы должны постучаться. Да, постучите в дверь. Привет. Ау, знание. Эй, я тебя видел. Я постучал. Вау, он не постучал. Я постучал. Ты так внезапно вошел? Надо было подождать разрешения. Да, вот именно. Ты вошел без моего разрешения. Где ты? Куда ты делся? Он может быть где угодно. Он может быть где угодно. Где угодно. О, да. Он может прятаться в моей заднице. Проверь мою задницу. Проверить твою задницу? Что за хрень? Я видел его. Ты проверил его задницу? О, да. Да, я проверил ее. А боже. Твою ж мать, что такое? Я застрял! Вставай с дивана! Он снаружи! Нет, он не уходил! Он вернулся в твою задницу! Думал, я тебя не найду? Мне просто нравится в задницу у Делириуса! Мой персонаж — это лучшее место для пряток! Отстань! Привет, Том! Как дела? Добро пожаловать на кухню! Оу, спасибо за подсказку! Ау, нет-нет-нет, не делай этого! Хотите сказать последние слова? Не делай этого, ты умрешь! Я знаю, но вы все тоже умрете! Ты же не знаешь, где мы! Ну так что, хочешь сказать последнее слово? Давай, стреляй, ты умрешь! Да, кстати, где наглая? Ну так что, какие будут твои последние слова, Эван? Ты уже подумал? Давай, шмальни сюда гранату, сучка! Где ты, наглая? Я вижу Ома, я вижу его имя, я вижу его имя! Давай, взорви его! Взорви его! Давай! И где же я? Убей меня! Он ничего не знает. У тебя всего минута на раздумье. Он ничего не знает. У тебя осталась всего одна минута. Ну что, время давит на тебя? Ты можешь убить Ома, но где нагло? Да он не знает где. Я знаю, что ты здесь. Какая разница, у него есть грёбаная граната. Да, но готов ли он рискнуть так? А, мой бах! Что будешь делать, Эван? Я знаю, где нагло! Я прыгал рядом с тобой, Эван. Капец, ты слепой! Эван, я на кухне! Я на кухне! Мы оба на кухне! Эй, чего это ты там делаешь? Ничего. Он играет сам собой! Нет! Что ты там делаешь? Эй, Ом! Я слышу радио! Нет! Так, один готов. А ты слышишь радио, Эван? Да! Проверь радио! Проверь радио с кактусом. Эй-эй-эй, что ты задумал? Ты серьезно? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я буду здесь. Черт, я спалился. Ну давай. Эй, что? Я не понял, что это было? Он не умер. Умер, но я не победил. Время закончилось. Время закончилось. Я забыл про него. Твою ж за ногу. Это было тупо. Где ты, Делириус? Ты где? Я здесь, я здесь. Смотри, смотри, смотри. Погоди, погоди. Сделай вот так. Ты должен взять эту штуку. Окей, понятно. Да, да. Нет. Нет. Что ты сделал? Я застрял. Я тоже. Ну, спасибочки. Спасибо большое. Вы то, о чем я думаю? Парни? Делириус, мы с тобой стоим совсем неправильно. Слушайте, только не попадите в огонь! Не попадите в огонь! Ну что, какой будет порядок действий? Видите арбузы? Действуем по схеме 1 плюс 1. Равно 2. Это не имеет никакого смысла. Схема 1 плюс 10. Да, и что это значит? Ты это видишь? Отвали от меня, я застрял! Я все вижу! Ты видел этих безумцев? Видел, как Ом залез наверх? Да, я видел. У того чувака был огромный рот. Меня чуть не засосало в него. Что? Что ты сделал? От чего я застрял? О нет, ты застрял? Как же так? Как же ты застрял? Что это было? Я не застрял. Не поднимайся сюда! Не поднимайся сюда!
Они наверху! Они по-любому наверху! Они там! Они должны быть там! Мы уже ушли! Мы далеко убежали! Полезай в кроличью нору! Они не убегали! Они по-любому не убегали! Они где-то здесь! Кроличья нора? Да, да. Она рядом с тобой. А, кроличья нора. Делириус, что ты делаешь? Кажется, они тебя обманули. Ништяк, расслабься, расслабься. Я встану на твое место. В смысле расслабься? Расслабься, слушай. Встанешь на его место? Делириус. Делириус. Да, да. Где ты? Где ты? Где ты есть? Да, где ты есть? Я тут, с другой стороны. Окей. Какого черта? Что? Нагло, ты ничего не видел, когда ты умер? Нет. Замолкни, нагло. Только попробуй сказать, ты мертв. Ты труп. О, черт. Где ты? О, черт. Венес, где ты? Мне как бы пофиг, но где ты? Тут так много пропов. Ау, Венес, что ты делаешь? Что ты делаешь? Не беспокойся. Ты за книжным шкафом? Ну, даже не знаю, чувак. Твою ж мать! Твою ж мать! Я что-то видел! Ты устроил беспорядок на кухне! Зачем ты так нагадил? Ладно, слушай, я буду пикать быстро, если ты будешь рядом, и медленно, если ты будешь далеко. Окей. Ты далеко. Делириус, куда ты убежал? Я ушел! Я не хочу возвращаться назад! Иди посмотри на меня. Ладно. Они здесь? Как выключить ногу? Он только мешает. О, нет! Серьезно? Срань господня! Серьезно? Какого черта? Откуда ты взялся? Я был прямо над тобой. Сделаем эту штуку? Да, давай сделаем эту штуку. Давай сделаем эту штуку. Мы сделаем штуку. Самую лучшую штуку. А ну подвинься. Как ты это сделал? Не надо пригинаться, просто прыгай. Я сделал по-своему. Грёбаный читер. Я не читер. Ходор! Что за фигня? Не бойся, просто мы стоим не под тем углом, и поэтому не видим ничего. Окей, Венес, я слева от тебя! Блин, да я знаю. Что за хрень произошла в этой комнате? В какой комнате? Да, в какой комнате? Что случилось? Делириус, я не вижу тебя. Я слева! Я знаю, но я не вижу тебя. А, мой бог, нет! Что? Ничего. Ты хотя бы еще здесь? Да, я здесь. Кажется, я знаю, где они. Если ты присядешь, ты все увидишь. Чего он испугался? Да я всегда пугаюсь. Эй, привет, о, черт. Эй, какого хрена? Что? Ты запрыгнул на меня, какого черта? Нагло снова в твоей норке. Нет, нагло, мы же говорили с тобой об этом. Чувак, ничего не могу с собой поделать. Она не для людей. Тогда почему она такая широкая? Это точно, она огромная. Ты посмотри на меня, она как раз по размеру. Что за фигня? Землетрясение. Что ты делаешь? Дом трясется. Погоди. Дом просто ходит ходуном. Они видят нас. Ты уверен? Они точно видят нас? Они говорили про землетрясение. Все вещи попадали с полок. Так, погоди-ка. Может, они здесь? Нет. Проклятие! Это было близко, Ногла. Значит, вы где-то поблизости? Да, мы тут, Ногла. Хватит стрелять во все подряд! Хватит, нас тут нет, Ногла, нас тут нет! Вы здесь! Мы даже не в этой комнате! Вы не здесь? Да, мы не в той комнате! Клянешься своим каналом? Могу поклясться чем угодно! Я хочу кое-что сделать. Окей, давай! А я посмотрю. Что они задумали? Я думаю, они на одной из верхних полок. Я смотрю, Эбон. Давай, сделай это. Давай. Он поклялся, что их тут нет. Давай, сделай это. Или они врут. Давай, сделай это сейчас. Ладно. А, мой бог, что ты делаешь? Они наверху. Они сидят на полке. Граната, шмальни туда гранатой. Я сказал, шмальни гранаты, черт, они разбегаются! Погоди! Нет! А, да ты издеваешься! Теперь я остался один! Нет! Не надо! Да что за хрень? Я еще застрял в чем-то! О, ништяк! Что, как ты узнал, что это я? Один готов. Делириус уже свалил. Где эта гребаная банка? Я тебя найду. Чего ты от меня хочешь, нагло?
В смысле, что я от тебя хочу? О, мой бог, ты серьезно? Он опять в том же месте? Нет. Я так и знал, ублюдок. Пожалуйста, не надо. Куда он подевался? О, мой бог. Эй, не поднимайся сюда, это мое место, убирайся. Я видел, ты наверху. Глянь на его лицо. Он не может подняться по лестнице. Походу, он не знает, как ей пользоваться. Он не умеет пользоваться лестницей. Я умею. Я пользовался лестницей, чтобы забраться на твою мамку. Где он? Да, где же я? Ты здесь. Ты точно где-то здесь? Нет. Что за... Какого черта? Он упал со стола. Он навернулся с долбанного стола. Бедный нагло. Это просто капец. Это карта какая-то корявая и тупая. Это было офигенно. Нагло, ты не мог залезть на лестницу, потому что перед ней лежала кастрюля. О, нет. Да не может быть, Шерлок. Надо было убрать ее.